ситуация настолько грустная, что они вчера сидели в кабинете несколько руководителей МВД и говорили, то есть они думали уже о провокациях каких-то для того, чтобы показать, что та школа, которую они прошли при Ковкалюке, у них еще не все забыто. Ну, например, одна из самых смешных ситуаций, это когда один из руководителей говорит, значит так, значит, такие-то люди подойдут к усатому, они с ним будут, неважно, о чем они будут с усатым говорить, спрашивайте, сколько время, спрашивайте его по планах нашей партии, будут спрашивать его о развитии Бельс, вы, главное, задокументируйте, что они с ним разговаривают, потом эти негодяи пойдут что-то натворят, а мы потом как бы этот материал сможем оформить, что вот смотрите, у нас есть фото-видео, где усатый дает провокаторам какие-то указания. Вот вы понимаете, вот как при Жоре Ковкалюке, кроме того, что находить молотов коктейль, и снизу всегда были газеты нашей партии, я смотрю, что методички такие же бестолковые, как были раньше.